Дорогие ковровчане, мы, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, приветствуем всех с борта Международной космической станции. И от всей души поздравляем город-труженик, город-патриот, город воинской славы с 245-летием. Освоение космоса начинается на Земле. Ковров – это один из тех городов, которые вносят свой вклад в реализацию космической программы нашей страны и помогают нам работать в космосе. В истории Коврова немало славных страниц, но главное богатство города – это люди. Трудовые династии, одаренная молодежь, талантливые педагоги, известные спортсмены, самоотверженные защитники Отечества и, конечно, ветераны. Благодаря заботе и участию всех поколений ковровчан в судьбе родного города, в Коврове хочется жить и трудиться. От всей души желаем жителям Коврова крепкого здоровья и душевного комфорта. И пусть жизнь каждой семьи, каждого из вас будет наполнена теплом и заботой. Счастья вам, оптимизма и процветания. С праздником, ковровчане!